Когда мы с Альбертом убегали от злобного кота Китти, то попали в дом свинки Пигги. И пока мы пытались оттуда сбежать, нашу подругу-мышку Пинки схватили злые роботы, и нам нужно было ее как можно скорее спасти. А что было дальше, ты узнаешь, если поставишь лайк, подпишешься на мой канал и оставишь комментарий. Нам нужно все хватать, хватаем все, что только видим. Так, я вижу канистру, но главное сейчас нам найти отмычку. Потому что в прошлый раз у нас все поворовали. Правильно. Вот отмычка здесь очень важна, потому что можно открыть две двери, в которых находятся прикольные предметы. А я бегал с отмычкой, не знал, что здесь можно открыть двери. Если бы я знал, я бы открыл с радостью. Ну да, я тоже не знал, когда с ней бегал. Тут кот бегает с мечом этого джедая. Серьезно? Жесть. Да, это кот Звездной войны. Жесть какая-то. Я, наверное, лучше от него отойду. Так, одну двигатель я принес. Оу, серьезно? Что там? Дарт Вейдер кот у нас. Быстрее? Ха, я думаю, тебя поймали. Не, я пока еще жив. Где бы отмычку взять? Не знаю, вот тут это что? Это отмычка. Да, но здесь клюшка еще нужна. А ты взял отмычку? Нет. Понял тебя. Я хотя бы клюшку или отмычку сейчас ищу. Бегу. Так, кто-то уже отмычкой, кстати, открыл дверь. Неплохо. И уже... Ну, не выбросили они ее случайно. Нет, они даже... А, кто-то бассейн слил? Что? Бассейн слили? Да, там канистру запустили. Отлично. А как это обратно? А вот лестница сзади, вот это, Альберт. Окей. Так, я пойду открою... А, все. Здесь дом. Неплохо. Осталось найти... Где же это такое? Так, тут запущен уже двигатель, кстати. Отмычечка. Я не знаю, что это двигатель делает, но его запустили. Кого пустили? Двигатель. Запустили. А, ну да. Тот, который с бензином. Так он и слил бассейн, я как понял, это насос. Угу. А для чего его слили? Чтобы взять, наверное, какой-то предмет. Кого-то уже... Возможно. А, это кот. Опять на 5 секунд огрели кота. Все, я понял. Здесь нужен лом и отмычка. Вот два предмета, которые где-то надо... Вот не лом, а вот а лом нашел. Лом вот у чувачка. Отлично. Опа, минус чувак, прям сразу ему. О, я отмычку нашел, крутяк. Хорошо. Полбеды сделано. Вот у чувака есть как раз вот эта мотыга. Вот да, надо лом теперь. Блин. Так, красный ключ уже не нужен. Есть какая-то непонятная вот эта приставка. Для чего она? Не знаю, надо как-то с ломом чувака привести к нам. Ну, вот с ней Кирюха вот бегает с этой штукой, он не понимает. А, Кирюха с ломом бегает? Да, не с ломом, а с вот этой. О, все, он там что-то вставил. Не знаю, что. А, ну это отмычка, это у меня тоже есть. Это все... Не отмычка, он какую-то штуку там вставил. Понятно. Неплохо. Хм. О, здесь мы... Ну, клюшка нужна. Молоток А, вот сюда как раз квадрат нужен, с которым я бегал, очуметь. А клюшку, куда? Какую клюшку? Дайте клюшку кто-нибудь. Это лом. Ну вот он нужен. Вот он, да. Там надо сломать доски. А, вон у Кирюхи он. Все, он пошел ломать. А, хорошо. Тогда там две двери есть. Отлично, ну Кирюха шарит. Это хорошо. Угу. Там две двери, то есть ему надо отбить, а ты откроешь и все. Да. Разносим. А, все, кого-то поймали. Так, вот. Наверное, Кирюху поймали. Одна рамка. Да, Кирюху поймали. Кирюху поймали? Ага. Ладно, сейчас его спасу. Сначала дверь открою. Только кота отсюда. А, он лом потерял, блин. Угу, я пытаюсь найти. Так, кота кто-то вырубил опять. Ладно. Что это такое? Я не знаю, что это, но я это возьму. Ой, пожалуйста, возьми ее. Пожалуйста, бери все, что только есть. Все, иду открывать синюю дверь. Мыши, пойдемте. Ты пока выпускай мышей, я иду синюю дверь открывать. Все, мыши свободны. Пошел, Экшон. Ой, я нашел лом, отлично. Неплохо. Так, Экшон пошел прям конкретно. Ага, здесь закрыто, я понял. Кого-то опять схватили. Не знаю, что это, я какие-то две рамки какие-то получил. У чувака красный ключ.
Ему надо открыть красную дверь. Слушай, а я тут какую-то штуку тут сотворил. Я движок, видимо, запустил. А, слушай, я нашел, куда рамки эти девать. Все, нужны... А, нет! Еще красная нужна. Все, я понял. Рамки вот здесь нужно крафтить. Да, и еще в одном месте. Здесь два таких домика. Вот я только что... Только что открыл. Туда еще две рамки надо. Ну, какие именно? Вместе зеленый, красный. Пойдем, точнее. Посмотрим. Может, она сюда пригодится. У нас, в принципе, 6 минут, и можем реально отсюда сбежать. Ну, допустим, да, я так понял, красный и пульт. Всё. Да, и вот это фиговина. Иду за пультом. Вы пока можете кота там согреть. Кота. Он, кстати, забагался. Я тебя обрадую. Серьезно? Ну, видимо, когда я прыгал на лестницу, он там под лестницей забагался. Так, нам нужна еще одна турбина. А, может, мы ее как раз и собираем. Да, мы ее и собираем. Остался вот этот пульт только. Тогда пультик найти. Слушай, ну я кота забагал 100%. И я видел, что зажигалка где-то лежала, ее надо тоже будет использовать. Угу. Неплохо так. Но мы без кота играем. Ладно, фиг с этим котом. Нам надо все. Желтый ключ где-нибудь видел? А желтый нет, но зажигалку кто-то уже спер. Пиги вышли! Серьезно? Чего? Пиги вышли. Где? Наружу вышли. Серьезно, это реально пиги выбежали. Они наружу вышли. Мы их освободили? Ха-ха, прикол. Вот это жесть. Так, а дальше-то куда? Здорово, пиги, как дела? Тут и Банни, и Джордж стоит. Очуметь. Слушай, ну прикольно. Да, получается, мы спасли семью Пиги. Это забавно. Да, ну смотри, зажигалка есть, осталась тут рамка. Спасите кто-нибудь пружину, у кого там есть. Кирюха, беги. Зажигалка у тебя? А у одного там из чувачков. Интересно. Там один бегает с зажигалкой и с желтым этим ключом. А, ё-моё, а желтый ключ у него как раз тот, что нам нужен. У чувака? Да, я надеюсь, то, что он его использует. Все, я понял. Сейчас я освобождаю Кирюху, видимо. Ага. Давай. Неплохо. Всё, чувак, открыл. Ой, все. А как ты выбрался? Пойдем быстрее, там и экзит. Дай я читы. Быстрее, 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 там выход, выход. Вы выход открыли? Да. У-ху. На пульт просто нажимай. Все. До свидания, свинок. О, ты! Я сбежал. Весь кот за нами бежит. Спасибо за то, что прошли вторую часть, мне написали. Понял, понял. Это же третья. Типа, остановись на месте, говорит кот. Иначе буду шавуху делать. И мышь сделал сальто и улетел. Ясненько, сейчас мы тоже эту концовочку посмотрим. Это типа вторая часть сейчас будет, или что, продолжение, или что, я не понял? Не знаю. Да, мы включаем телевизор. Угу. Получается, открывается дверь, приходит кот. Пытается нас остановить. Нет, надо быстрее прыгать в телек. Вот это сальтуху я сделал. Ха-ха-ха. Прикол. А вот это ты сейчас обалдеешь. Бежим к семье Пиги. Что там, Альберт, рассказывай? У нас небольшой рассинхрончик, но сейчас ты увидишь. Очуметь. А, мы вбежали в рот к мистеру картошки. Ага, и там посмотри, что. Там Пинки схватили. Роботы. Очуметь, серьезно? Угу. И они ее трут аластик. Они ее аластик стерли! Подожди, я еще этого не видел. Это спойлеры. Но ты сейчас увидишь, это бред. Ее стерли аластик. А как это возможно? Не знаю. Один робот стер аластик, короче, мышь. А, серьезно, вот он, гигантский ластик. Ага, и он ее стер. Что это? Да, разработчики веселые люди. А как нам теперь ее спасать, если она в ластике? А все уже, это ее все.
Ее стерли. То есть мы зря пыхтели. Фу, ну. Почему зря? Ну, потому что Пинки в итоге все, Габеля. Как нам? О, да это не волнует. Самое главное, что мы сделали офигенный ролик, за который стоит поставить лайк и подписаться на канал. Да, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.